Люберцы вновь стали местом проведения областного фестиваля. На этот раз городской округ принял участников проекта «Активное долголетие» со всего Подмосковья. Представители старшего поколения продемонстрировали свои таланты и подготовили для гостей праздника яркие танцевальные номера. Как все прошло, покажем в следующем сюжете. Местом проведения фестиваля «Танцуй от души» стал Центральный парк Люберец. Это ежегодное областное мероприятие городской округ принимает впервые. Задолго до начала концерта гостей и участников ждала насыщенная развлекательная программа. В одной части парка представители старшего поколения обучали азам восточного танца, а в другой – мастер-классы по йоге, рисованию, бисероплетению, изготовлению тряпичной куклы. Это старинное название куклы, называется куватка. Куватка. Куватка обыкновенная, причем ее в разных областях делали по-разному. География фестиваля масштабная – 35 округов Московской области. Участники праздника – представители клубов «Активное долголетие», которые посещают занятия по танцам и готовы показать результаты обучения на большой сцене. У нас коллектив достаточно молодой. Мы всего третий год отзанимались. Вот. И сегодня мы будем представлять народный танец Воронежской губернии. Называется «Савичора». Настроение праздничное. Людей много, музыка, все репетируют, все очень дружелюбные. Шикарное настроение. Я вообще люблю всякую тусовку. Вот, и выступать, и показать, что мы умеем. Они себя проявляют, показывают свои таланты, и они этим живут. Они очень активны. Фестиваль сегодня организован при поддержке Министерства социального развития Московской области. Областной фестиваль открыло выступление солиста образцового коллектива «Вокальный ансамбль «Нотка»» Никиты Куракина и хора русской песни «Красковские самоцветы». Затем гостей праздника поприветствовали почетные гости. Сегодня здесь собрались люди самого счастливого возраста, которые готовы показать свои таланты, поделиться жизнерадостным настроением и порадоваться встрече добрых друзей. Я желаю всем участникам областного фестиваля прекрасного настроения, незабываемых впечатлений и, конечно же, удачи. После торжественного открытия начались показательные выступления. Одними из первых на сцену Центрального парка вышел танцевальный коллектив «Гуслица» из Орехово-Зуево с номером «Хоровод с шалями». Лауреаты областных и международных республиканских танцевальных конкурсов ездили в город Казань, Сочи, в Карелию ездили в этом году. Ну и по Московской области в конкурсах участвуем, так что мы опытные, так сказать. На этом фестивале нет победителей и нет проигравших. После того, как на сцене выступили все 35 коллективов, состоялось торжественное награждение. Всех участников отметили дипломами, а завершился праздник большим хороводом. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.